يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем наши темы, посвященные проповеди посланника Аллаха в месяце Рамазан. Вчера была 19 ночь и ночь траура, как мы уже сказали, это ночь, когда был ранен имам Али, алейхиссалам, наилучший из людей. Также продолжается траур, так как несколько дней имам Али ранен лежал в постели. Что можно сказать имам Али? Хотелось бы также напомнить, что это человек, который родился в доме Аллаха и умер в доме Аллаха. Точнее, был смертельно ранен в доме Аллаха. Мы, в свою очередь, продолжаем нашу тему, именно проповедь посланника Аллаха. У нас снова в гостях уважаемый ходжат аль-Ислам валь-Муслимин шейх Курбан. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Валейкум ассалам, рахматуллах. Можно продолжить нашу тему о проповеди посланника Аллаха? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и приношу свои соболезнования в связи с событиями, которые произошли в этот день, в связи с ранением его светлости Али бин Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, и в дальнейшем его, в связи с его мученической смертью. Мы остановились на следующих словах его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который он произнес в шаабановой проповеди: وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوُهُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِإِسْتِغْفَارِكُمْ. О люди, ваши души являются заложниками, залогом за ваши деяния, заложниками ваших деяний. Так освободите их, то есть освободите души посредством покаяния, посредством прощения. وَزُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ. И спины ваши перегружены вашими грехами. فَخَفِّفُ عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ. Так освободитесь от этого груза посредством длительных земных поклонов. По поводу того, что является залог, что здесь подразумевается под залогом, мы говорили на одной из прошедших наших встреч. И также мы говорили и указывали на некоторые моменты, которые можно усмотреть в словах «ваши спины перегружены грехами». Здесь его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает освободиться, освободить свои души посредством покаяния перед Богом и очиститься от грехов, освободиться от груза грехов посредством длительных земных поклонов. Длительных земных поклонов. В связи с этим хотелось привести несколько преданий, которые говорят о том, насколько важным деянием, насколько важным видом поклонения является земной поклон. Так как из преданий мы наблюдаем, что земной поклон является апогеем, вершиной самоприниженности и поклонения самоприниженности перед Богом, вершиной поклонения Богу. То есть это то деяние, где раб Божий достигает апогея своего поклонения, своего преклонения, своей самоприниженности перед Богом.
Например, в книге «Аль-Кафи», второй том, 483 страница, от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, передается предание, где его светлость говорит: «Ид акраба ма якуну л-абду минар рабб аззаваджаль вахуа саджидун бакин». То есть самым близким состоянием, самым близким состоянием раба к Богу, то есть тот момент, то состояние, тот момент, когда наиболее близок раб к своему Господу, вахуа саджидун бакин, является то состояние, когда он находится в земном поклоне и плачет перед Богом, проливает слезы перед Богом. Или же в третьем томе той же книги «Суль-Кафи», 265 страница, от имама Риды, алейхиссалату вассалам, передается предание: «Акрабу ма якуна аль-абду мин Аллахи аззаваджалла вахуа саджидун». То есть самое близкое состояние, самый близкий момент, когда тот момент, где раб ближе всего к своему Господу, является его земной поклон, когда он совершает земной поклон. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ. И в качестве доказательства довода его светлость имам Риза, алейхиссалату вассалам, приводит аят Священного Корана, 19 аят 96 суры, где Всевышний говорит: وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ. То есть соверши земной поклон и приблизься, приближайся, приблизься. То есть этот аят указывает на то, что посредством земного поклона человек приближается к своему Господу. Близок в этом состоянии человек к своему Господу. Здесь, конечно же, я укажу на один очень важный момент, который, возможно, является актуальным в каком-то смысле. Дело в том, что когда мы говорим о земном поклоне, мы прекрасно знаем, что согласно учению семейства пророка, саллаллаху алейхи ва салям, земной поклон, правильный земной поклон, лучший земной поклон должен совершаться именно, на что вы думаете? На землю. На землю. Он, как бы, говорится, земной поклон. Возможно, как бы название-то не особо роль в этом играет, но в любом случае человек должен совершать правильный земной поклон, именно является земным поклоном, который совершается на землю. Именно поэтому мы видим, что последователи непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, чтобы удобно было молиться, носят с собой обожженную глину, то есть то, что изготовлено из земли, чтобы совершать молитву спокойно в квартире, в мечети и в других помещениях, где земли, в общем-то, найти трудно и порой невозможно. И в связи с чем подвергаются очень часто критике, нападкам со стороны своих оппонентов, со стороны некоторых мусульман, которые считают, что это является чем-то нехорошим, каким-то плохим деянием. Но здесь нужно учитывать одно. Дело в том, что вот эти люди, которые подвергают нападкам сторонников непорочного семейства, они сами очень или забывают, или не знают историю. Дело в том, что когда ислам возник, и через несколько веков мусульмане начали сталкиваться с новыми правовыми вопросами, с вопросами, которые так или иначе были связаны с заповедями ислама, например, в частности, были связаны с молитвой, они столкнулись со следующим вопросом: является ли земной поклон, совершенный, например, на ковер, или же на что-то другое, является ли подобный земной поклон правильным? Вопрос этот возник в связи с тем, что во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и первого поколения мусульман этой практики не было, потому что мечети не были застелены коврами. Мечеть была просто земля обычная, вокруг которой там был забор и крыша и так далее. И порой даже крыши не было очень часто. Ну, например, в Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове, на Саудовской Аравии, я сказал, хотя это название тоже очень сомнительное, потому что почему оно саудовское?
очень сложно понять. Аравийский полуостров, то, что называлось Аравийским полуостровом, и то, что было узурпировано этой семьей, там не часто выпадают осадки, в общем-то, дождь или же снег. Снег вообще невозможно практически там встретить. А дождь — это большая редкость, это одно из самых засушливых мест на Земле. Поэтому особой нужды устроить крыши в этом также не было. Обычно строили даже без крыш. И поэтому возник через несколько веков у мусульманских ученых, мусульманских деятелей, я сейчас говорю не о последователях непорочного семейства пророка Мухаммада, я говорю наоборот об оппонентах. Оппонентах, например, Абу Ханифа, Ахмад ибн Хамбал, Шафии, Малики, вот эти авторитетные ученые мусульманские, известные, за которыми большинство мусульман сегодня следует в правовых вопросах. У них был вопрос, они столкнулись с дилеммой. И у них не было сомнения в том, можно ли совершать на землю, потому что на землю они все согласны были, что можно совершать. Сомнение было в том, можно ли совершать не на землю. Здесь было сомнение, то есть это сомнительный вопрос был на тот момент. Ну, решили каким-то образом, решили, что можно и на ковер, ну, каким-то там своими доводами, своим умозаключениями дошли до этого. Это не важно, как дошли. Я просто к тому, что совершение земного поклона, согласно всем мусульманским течениям, всем учениям мусульманским, совершение земного поклона на землю, на глину, является правильным. Это правильный земной поклон. А совершенный не на землю, не на глину, а это сомнительный был вопрос. Хотя решили в одну сторону, то есть решение было принято в одну сторону. Хотя непорочный имам из семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы прекрасно знаем, были против этого, против того, чтобы люди совершали земной поклон не на землю, на ковер или на какие-то другие предметы, на одежду. И даже более того, одевание чего-либо на лоб, то есть не дозволяется одевать что-либо, что закрывал бы лоб и мешал бы человеку совершить земной поклон на землю. Это также во время посланника Аллаха было? Да, то есть его светлость учил поднимать то, что закрывает лоб. Но это немножко исторический факт и немного правовой вопрос. Я хочу коснуться следующего вопроса о том, что именно этот земной поклон, совершенный на землю, является именно тем земным поклоном, который имамы говорят, которые непорочные, назвали самым близким состоянием ко Всевышнему. Потому что человек свое самое драгоценное, что у него есть, преклоняет и кладет на то, что менее всего ценится им. Менее всего им ценится именно земля, глина. Таким образом, самопринижаясь и преклоняясь, поклоняясь Всевышнему Богу. И также в другом предании от его светлость имам Садыг, алейхиссалату вассалам, в третьем томе Суль-Кафи, страница 323, то же самое говорится его светлость имам Садыг, алейхиссалату вассалам, «Акраб ма якуна лабду мин раббихи, ида даа раббаху вахва саджидун». То есть самое близкое состояние, в котором находится, самое близкое состояние к Богу, в котором находится раб, это то состояние, когда он призывает к своему Господу, будучи в земном поклоне. Или же от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, предание по поводу длительных земных поклонов, потому что в этой проповеди его светлость говорил «Фахаффифу анха битули суджудикум», то есть посредством долгих земных поклонов освобождайтесь от грехов, освободите себя от грехов, от тяжести грехов. Таким образом, мы видим, что, во-первых, земной поклон является самым близким состоянием, которое может достичь раб по отношению к своему Господу. И, естественно, это лучшее состояние, где он может просить прощения. Это лучшее состояние, в котором он может обратиться к своему Господу. Именно земной поклон. А что касается длительности земного поклона, то его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит следующее. Это предание в Бихар-ль-Анваре, 82 том, 164 страница. «Ва ида аратта», его светлость говорит следующее. «Ва ида аратта,
أن يحشرك الله معي فأتل السجود بين يدي الله الواحد القهار. Если ты хочешь, его светлость говорит, если ты хочешь, чтобы Всевышний воскресил тебя вместе со мной, то есть чтобы ты достиг того уровня, которого я достиг в будущей жизни, чтобы ты был на одном уровне со мной в раю, если ты этого хочешь, إذا أردت أن يحشرك الله معي فأتي للسجود, тогда затягивай земные поклоны, удлиняй земные поклоны, بين يدي الله الواحد القهار, то есть земные поклоны, совершенные Всевышнему, единому Богу. Уважаемый Шейх Гурбан, мы прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы вернемся. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о ценности земного поклона и о том, что более правильным и более приятным для Аллаха является, когда мы удлиняем продолжительность земных поклонов. Уважаемый Шейх Гурбан, можно ли продолжить с того момента? Да, его светлость призывает очиститься от грехов, от тяжести грехов посредством длительных земных поклонов и говорит: وَأَلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَآلَى أَقْسَمَا بِإِزَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَذِّبَ الْمُسَلِّينَ بَالسَّاجِدِينَ. Знайте, о люди, знайте, что Всевышний поклялся своим собственным величием, что не накажет те, которые совершают молитву и земные поклоны. То есть те люди, которые совершают молитву и которые совершают земной поклон перед Всевышним, эти люди не будут наказаны Всевышним. Всевышний простит их, не накажет их. Но в связи с этим нужно вспомнить аят Священного Корана. «Фавайлун лиль мусаллин», сказано в Священном Коране. «Горе читающим молитвы, горе молящимся». Это четвертый аят 107 суры. Четвертый аят 107 суры. Но далее, в пятом аяте, Всевышний говорит, какие молящиеся, какие мусаллин, какие молящиеся. Потому что, естественно, Всевышний призывает молиться и при этом не может говорить молящимся горе. Каким молящимся горе? «Алладинахум ан салатихим сахун». «Алладинахум ан салатихим сахун». То есть те, которые проявляют небрежность, те люди, которые проявляют халатность к своей молитве. И это нужно учитывать. Этот аят в понимании данного предложения его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно понимать. Потому что, несмотря на то, что это является огромнейшей ценностью молитва и земной поклон, но все-таки халатность в совершении земных поклонов, халатность в совершении молитвы, как следует из аята, является бедой, является чем-то нехорошим для человека. Чтобы понять, с чем сравнивать, обратите внимание, в некоторых аятах, например, в 6 аяте 41 суры, Всевышний говорит: «Вавайлун лиль мушрикин», «горе многобожникам». То есть Всевышний говорит «горе многобожникам», в другом месте говорит «горе молящимся», которые халатны к своей молитве. Это чтобы было с чем сравнивать. Или же
Во втором аяте 14 суры Всевышний говорит: «Вавайлун лиль кафирин». Горе неверным, горе неверным, горе многобожникам, горе молящимся, которые проявляют халатность к своей молитве. Это, конечно же, учитывать необходимо. Ну, что значит халатность, во-первых, в отношении к молитве, халатность? Ну, естественно, человек, который вообще при чтении молитвы или же при совершении земного поклона витает где-то в облаках, находится не там, где нужен находиться мысленно, его внимание не там, то есть его внимание не охвачено этим деянием, которое он совершает, то здесь о какой-то молитве или же земном поклоне речь не идет. Потому что это все является условием внимания, концентрация внимания в молитве и в земном поклоне является условием молитвы, является условием совершения земного поклона. Без этого это не является на самом деле перед Богом, на самом деле молитвой или же земным поклоном не является. И поэтому об этом речи не идет. Об этом речи не идет, когда человек вообще мысленно уходит в другое место, читая молитву, думает о всех тех проблемах, которым он должен заниматься или занимается в своей повседневной жизни. А молитва такая немножко мысленная и духовная. Подобно зарядке. Да, то есть просто это механические действия, не более того. Об этом речь не идет, а речь идет именно о молитве. О том человеке, который совершает молитву. Но что же значит «ан салатихим сахун»? Что значит халатность к молитве? Это разъяснено во многих преданиях от непорочных. Но в первую очередь прослеживается следующее, согласно множеству преданий. Халатность к молитве – это откладывание, беспричинное откладывание молитвы. Когда время молитвы наступило, а человек не читает, откладывает, но при этом не имея никаких причин для этого, никаких веских, уважительных причин. Откладывает и откладывает. И доходит до того, что порой человек последние несколько минут читает молитву, порой даже не успевает ее почитать. Это вот есть халатность. Например, об этом говорит предание от его светлости имам Садыга, алейхиссалату вассалам, которое можно обнаружить в книге «Тафсир аль-Куми», который и предание приведено в отношении именно этого аята, ранее упомянутого аята, и в его толковании, это второй том, 445 страница, его светлость имам Садыга, алейхиссалату вассалам, говорит «Тахиру салат». То есть сахун, халатность, это откладывание молитвы. «Ан аввалю вактиха» – с момента наступления молитвы «Лигейри удрин» – без причины, без уважительной причины. Откладывание без уважительной причины. Это все необходимо учитывать. С учетом этого нужно понимать слова его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. «Аксама би иззатихи ан ла юаддиба аль-мусаллина вассаджидин». Всевышний поклялся своим величием, что не накажет, не подвергнет наказанию молящихся и совершающих земные поклоны. «Ва ан ла юравиахум бин нар». И не будет пугать их. Поклялся, что не будет пугать их адом, людей, которые совершают молитву и земные поклоны. И обратите внимание, с учетом того, что было сказано, концентрация и не откладывание молитвы. Конечно, порой иногда бывает, человек занят чем-то, не может он сейчас взять и молитву прочитать, вынужден отложить. Но без причины откладывания, отсутствие внимания, концентрации в молитве, это, конечно же, беда для человека. Но если эти условия наличествуют, человек внимателен, человек сконцентрирован, его внимание находится там, он занят мысленно тем, чем он занят физически, и при этом он не откладывает без причины, то, вне всякого сомнения, этот человек, несмотря на то, что он может совершить грехи и ошибки в своей жизни, Всевышний простит ему эти грехи, Всевышний
не будет наказывать его за эти грехи. Ну, конечно, могут эти грехи, эти ошибки могут привести его к испытаниям в этой жизни, потому что, как мы знаем, Всевышний очищает своих праведных рабов, как я уже ранее говорил однажды, посредством испытаний в этом мире. И испытания в этом мире, трудности этого мира, они не являются наказаниями на самом деле, они порой не являются очищением от грехов, потому что человек таким образом платит за те ошибки, за те грехи, которые он совершил. И страшно, страшно то, когда человек ошибается, грешит, но при этом никаких трудностей в своей жизни не сталкивается, ни с какими трудностями в своей жизни не сталкивается. Вот это страшно. Человек такой... Это показатель того, что Аллах оставил наказание на тот мир. Да, это говорит о том, что его наказание откладывается на вечность. То есть он будет вечно подвергаться этим наказаниям. Вместо того, чтобы в этой временной жизни расплатиться за эти ошибки. И поэтому эти люди, которые видят свои ошибки, свои грехи, но при этом не видят никаких трудностей в своей жизни, не видят испытаний, не подвергаются трудностям, испытаниям, они должны насторожиться. Таким образом, если даже человек, совершающий молитву, земные поклоны, при наличии тех условий, которые были упомянуты, даже если он будет совершать ошибки и грехи, Всевышний не будет пугать его адом, адским огнем. Не будет пугать их, этих людей, адским огнем. И не будет наказывать их. Йоуме якуму нас. Но опять-таки, кто-то скажет, но ведь наказание в этом мире тоже является наказанием. Ведь человек, который совершает молитву, земные поклоны и ошибается, вы говорите, что Всевышний может наказывать его в этой жизни, подвергать его испытаниям, но ведь это тоже наказание. Но его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит именно о наказании в судный день. Обратите внимание, говорится: «Аксама би иззатихи ан ла юаддиба аль мусаллина ва саджидина ва ан ла юра'виахум бин нари йаума якуму ан-нас ли раббиль аламин». То есть Всевышний поклялся своим величием, что не будет наказывать молящихся и совершающих земные поклоны, и не будет пугать их огнем, адским огнем, в день, в тот день, когда люди восстанут из своих могил для Господа миров. То есть перед Господом миров. День воскрешения. Воскрешение. То есть, опять-таки, здесь говорится именно об этом дне, о будущей жизни. В будущей жизни эти люди не будут наказаны, они будут очищены или же в этом мире, или при смерти, потому что, как мы все прекрасно знаем, смертная агония также очищает человека. Иногда видишь человека, который говорит: вот мой отец или мой дедушка умерли безболезненно. Но это на самом деле не так восхищает. Дело в том, что ведь смертная агония, как испытание при жизни, также очищает человека. Если человек не очистился в этой жизни от своих грехов посредством испытаний и трудностей, он очищается посредством смертной агонии, присмертной агонии, когда он испытывает трудности при смерти, когда умирает тяжело. Также говоря о праведных рабах, мы можем сказать, что иногда бывает сложная смерть по причине того, что Аллах хочет поднять положение человека, еще возвысить его более. Да, конечно, то есть мы про это говорим, что... Помимо того, что он прощает грехи, иногда бывает смерть тяжелая, также бывает смерть тяжелая вследствие того, что Аллах хочет возвысить его, более дать ему высокое положение. Как мы знаем, например, некоторые вопросы могут задаться, почему тогда мы видим людей, которые никогда не грешат, живут правильно, но умирают тяжелой смертью, их убивают и так далее. Также это... Ну, говоря о тяжелой смерти, мы, конечно, не про это говорим, но то есть речь идет о том, что человек... умирает нелегкой смертью. Это, конечно, со стороны не так прослеживается. Иногда видишь, человек испытывает жажду, очень сильную жажду, его жажда мучает, и он долгое время мучается при смерти. И эти мучения со стороны не всегда могут быть заметны. Ну да, конечно же, когда человек умирает смертью мученика, конечно же, это возвышает его перед Богом, приближает его к Богу. Уважаемый Шейх Гурбан, к сожалению, наша передача подошла к концу, мы вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах.
Уважаемые телезрители, к сожалению, передача наша подходит к концу, и мы с вами прощаемся до следующих передач. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا